Ильшат, как понравилось? Ну, здесь, вообще Кантон. Замечательно, да. Красиво все. Куда там, летите? Жарко. Мехико-Сити. Понятно. Как цены в Канкун? Ну, дешевенькие, да, по сравнению даже, чем у нас. В принципе, можно кушать, питаться, продукты дешевые. Все отлично. Здорово. Здорово. У вас столько вещей? Ну, мы с детьми, да. Здесь в основном детские вещи. Скажи, пожалуйста, как ощущения от Канкуна? А, Канкун вообще классный город. Извините, классный, мы гуляли везде. Где были? Мы вот в пирамиде были и еще на пляже. Пирамиды – это самое основное место, где собирались майя, это их основа, это их центр. А пляж – это самый красивый, где вот полосочка такая, да? Да. И такой белоснежный, какой-то бирюзовый океан, очень красиво. Расскажи, в каком доме вы жили? Мы сняли дом. Здесь дом очень дешево был, и вот цены на продукты тоже дешевые. Всем советую и всем удачи.